Всем привет! Сегодня мы будем опять же таки распаковывать посылки с сайта aliexpress.com. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем. И начинаем с вот этой посылки. Теперь откладываем в сторонку и распаковываем. Вот, собственно. Берюши. Вот, берюши. Белая куча берюши. Высокомплектом. Не ожидал, что их будет так много. Не ожидал. Ну, что же. Здесь целая куча. Здесь вот целая куча вот таких вот беруш. Вот здесь вот открываются такие вот силиконовые беруши. Мягкие, удобные будут. Ну, таких вот целый комплект. Из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 пар. Такие вот беруши. 20 штук. Ну что ж, на этом мы заканчиваем и переходим к следующей. Ну что ж, и вот следующая посылка. Распаковываем. Так, не буду себя мучить разрыванием, лучше просто отрежу. Все. Вот здесь вот поплавки. И нужно еще подрезать. Ну вот, все. Пузырчатые пленки, поплавки. Такие вот рыбальские поплавки. Сейчас распакуем. Где открывается? Есть. Ну и комплект поплавков. Сколько здесь штук? 10 штук. Да, здесь 10 штук. Некоторые насадки отвалились, но некоторые пробки отвалились. Сейчас достанем. Кстати, ну и вот такие вот поплавки длинные. На воде хорошо. Легкие, на воде хорошо держаться будут. Их будет видно сдалека, благодаря яркой верхней части. Только вот эти, ну, вот такие вот поплавки. Здесь их 10 штук. В таких вот все вот таких вот колбочках. Хорошо упакованные. Ну что ж, эту посылку мы уже распаковали. Ну и что ж, переходим к следующей посылке. А следующая посылка вот эта. Посылка. Ну... И сейчас распакуем. Здесь у нас, похоже, сумка. Так, сейчас. Дверку пошире, чтобы можно было вытащить. И сумка приятная. Здесь их две. Да, вроде бы. Это вроде не сумка. Не, это вряд ли. Это подушки. Это какие-то, как она вот такие подушки. Вроде бы.
Как бы их открыть? Только с какой стороны они открываются? Есть уже. Открыли. И что это у нас такое? Сейчас узнаем. Ну и что это может? Это шарфики. Это шарфики. Такие вот, вот шарфики. На ощупь приятные. С узорами в виде. С узорами в виде роз. Еще есть цвета розовый, голубой есть. Еще такой голубой. Белый прозрачный. Ну и простите, пожалуйста, за лишний шум. Это у нас бабушка немножко. Нет, вошла не в то время. Ну, и здесь тоже розы, здесь тоже голубой есть. Здесь еще розовый, кстати, полупрозрачный. Хомяк уберем. Еще зеленый есть. Ну, и фиолетовый. Ну, это все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Всем спасибо, всем пока!